вас. Ви дивитесь проект New Look, New Style, New Life на телеканалі Одеса Fashion. Ukrainian Fashion Academy відкриває нові імена в фешн-індустрії. І сьогодні я хочу вас познайомити з нашою випускницею курсу стиліст-іміджмейкер, яка захищає свою кваліфікацію прямо на ваших очах. Вона підбере 3 нових образи своєму першому клієнту. А що з цього вийде, дивіться далі у сюжеті. Лена, здравствуйте. Мы с вами на днях созванивались по поводу того, что у меня есть желание немножко поменять свой образ. И вот хочу немножко добавить романтика. В ближайшее время есть желание найти отношения. Поэтому хочу немножко вашей помощи, совета и рекомендаций. Добрый день, Катюша. Я услышала ваш запрос и создала лукбук, который, я думаю, будет вам очень подходить. Я помню, что вы хотели поменять свой образ, немножко уйти от спортивного стиля и в дальнейшем какие-то более романтические отношения, соответственно, мы будем менять какой-то образ более романтический. Пообщавшись с вами, я создала несколько для вас луков. Вверх можно рубашка, блузка, низ юбка, это будет расклешенная юбка, также она должна быть при талии, чтобы подчеркнуть талию, женственность. Обувь, босоножки, туфли, ну здесь вариант, можно какие-то легенькие босоножки, это будут. Вот стиль casual на каждый день, это платье, куртка, косуха, шарф, который придаст, сделает акцент в области шеи. Также это дневной вариант, который будет удобен, практичен и, я очень думаю, красиво. Очень понравится. Если это будет более романтический, более вечерний, это может быть какое-то вот такое нежное ажурное кружевное платье, которое придаст женственность. Первое свидание. Да, также это босоножки. Как видно, они здесь в облегченном варианте. Также можно посмотреть такой вариант, как блузка. То есть она как бы является строгой, но в то же время подчеркивает женственность, белый верх, какой-то темный низ можно сделать. Опять же таки, это юбка, может быть юбка-карандаш. Вечернее платье также может быть запахом, оно подчеркнет талию, область декольте, придаст женственности. И я думаю, в таких вариантах будет очень комфортно и удобно. Также это платье более сложного кроя, где присутствует баска, которая подчеркнет женственность на талии, округлит более бедра. Ну, то есть переходим в более романтический стиль, чтобы это было все женственно. На этом я могу предложить пройтись по магазинам и выбрать, купить понравившиеся вещи из вышеперечисленных луков. Да, это было бы неплохо. С большим удовольствием. Здравствуйте. Добрый день. Катюша, вот магазин, в котором, я думаю, мы тебе подберем те луки, о которых мы с тобой разговаривали. Я поняла, моя задача какая? Ты сейчас выбираешь те вещи, которые ты считаешь, что тебе подойдут и будут удобны. То есть моя задача выбрать то, что мне понравится. Да. Хорошо, поняла. Леночка, что вы скажете про это? Как вы думаете? Свеженькая блузочка, цвет очень яркий, но так как у нас фигура перевернутого треугольника, расширенные плечи и узкие бедра, нам надо уравновесить наш как бы дисбаланс. То есть мы акцент убираем сверху и перемещаем его на низ. Соответственно, здесь мы имеем широкие вот эти рукава, всякие рюшики. Что скажете про это? Как вариант, цвет чуть-чуть поярче, твой точно так же, но вот за счет того, что здесь идет открытое плечо, у тебя будет, ты будешь акцентировать внимание немножко на бедрах. Но я бы тебе советовала что-то более при талии, дабы подчеркнуть твою женственность и сделать акцент на юбочку, легкости, да? И немножко романтизма, да? Что вы скажете про это, Ниночка? Как раз как я люблю в спорте, поло. Замечательный выбор, замечательная, легкая, очень удобная. Здесь то, что ты как раз любишь, рубашечного плана, да. Можем обыграть его какими-то кедами, тон розовенькими. Легенькая, повседневная, я думаю, такой вариант тебе даже очень подойдет. Подойдет, да? Да.
Ксюша, низ, в принципе, можно, так как юбка идет немножко расклешенная, но вот верх я хотела убрать. Хотя вот вырез, V-образный вырез, это то, что тебе идет, потому что, опять же таки, мы этим вырезом удлиняем твой силуэт. Но на плечах вот этот акцент я бы воланчики убрала. Идем дальше. Может быть, но хотелось бы немножко акцента на талию. То Видели есть, талию, сделать да? Сделать немножечко талию, да, соответственно, можно было бы обыграть каким-то широким поясом, так как здесь совсем воздушный легкий воротничок, допустимо, но мыс это не очень лучший V-образный вырез, опять же таки, чтобы вытянуть я пояс. Поняла. Катюша, ты готова? Да, пожалуйста, готова. Проходи к зеркалу. Ты себе нравишься? Да, мне нравится, очень цвет нравится, красивый. Что бы я хотела тебе изменить в этом платье? Оно, как ты видишь, ты выбрала спортивное, но мы все-таки можем уйти от вот этого топика твоего. Юбка твоя, то есть все идеально, она легко спадает, поясочком мы ее обыграли, разыграли талию, сделали немножко асимметрию бедра и плечи. И такое платье ты могла бы носить с кедами спокойно, то есть на каждый день тебе универсальная одежда, отлично. Легкая, практичная. Я отличный думаю, вариант. Да, можно. В принципе, верх допустим, так как у тебя открыто одно плечо, то есть мы немножко убираем акцента сверху. В принципе, оно допустимо, но так как у нас идут шире плечи, чем бедра, хотелось бы, опять же таки, тебе немножко сделать женственности, то есть, может быть, обыграть это каким-то пояском. Пояском. Но если мы обыграем это пояском, у нас будет очень всего много. То есть у тебя здесь вот эти воздушные валаны, мы оденем еще какой-то поясок, ну и как бы будешь чуть-чуть не соответствовать своему я образу. Поняла. Мне бы хотелось, чтобы это все-таки было что-то полегче и здесь более... Полегче вниз, да, ой, да. Вернее, вверх. Если мы убираем акцент сверху, что тебе надо, нам надо его, соответственно, переместить на низ. Здесь у нас получился он, вот здесь как бы все равно все-таки сверху. Поэтому можно, но не нужно. Но не нужно. Что скажете, Леночка? Нет слов. Ну вот ты не можешь распрощаться со своим свободным, все-таки свободным, комфортным стилем для тебя. Опять же таки, мы вернулись к нашему свободному крою. Широкие плечи, акцент большой у нас наверх, когда нам надо наоборот с тобой уходить, то есть сверху переходить на низ. Сейчас визуально я на тебя смотрю, ты мне кажешься, ну, очень широкая сверху и очень непонятно бесформенная снизу. Поэтому как же комфорт? Можем совмещать приятное с полезным. То есть выбирать те вещи, которые будут тебе и удобны, и комфортны. Это как вот было первое платье твое. Ты его выбрала очень даже замечательно. То есть там ты совместила и свои спортивные модели, которые ты хотела бы видеть в своих вещах. Ну и также пояском, юбкой подчеркнула. Здесь поясок не поможет, да? Если мы оденем еще поясок сюда, что хотелось бы, правильно, какой-то, допустим, широкий, мы сделаем еще больше вот этот акцент тебе наверх. То есть у нас, соответственно, будет еще больше громоздка, вот эта надутость вся, я бы не советовала. Катюша, мы подходим к завершающему этапу нашего сегодняшнего с тобой образа. Настя, я бы хотела, так как у Кати природная внешность, натуральная, но тем не менее хотелось бы выделить ей глаза, то есть сделать более их выразительными, так как они у Кати глубоко посажены. Предлагаю тенями сделать растяжечку легенькую, но это не должны быть никакие ни стрелки, потому что будет грубо, как бы не для нее. Скулы выделить немножечко и губки можно розовый нюд такой. Что-то нежненькое. Да, мы сделаем легкий контуринг, подчеркнем скулу, вытянем глаза светотенью. Прекрасно. Да, сделаем нюдовые губы и акцент на глаза.
Катюша, наш день с тобой подошел к концу. Мы с тобой очень много попробовали, перемерили. Ты посмотрела на себя, ты увидела себя в разных образах. Скажи мне, как тебе сегодняшнее твое новое перевоплощение? Оно шикарное. Спасибо, Леночка, огромное. Это был неописуемый опыт. Я очень рада. Я никогда бы не могла подумать, что настолько могу выглядеть женственно, элегантно, очень нежно, при этом ноткой сексуальности. И это реально было очень круто. Я рада, что тебе все понравилось. Я вижу действительно, что те вещи, которые мы тебе подобрали, ты просто в них супер, просто сияешь. И действительно тебе все подходит. Все, просто все образы, ты просто супер. Я тебя поздравляю с этим знаменательным днем. У нас завершился сегодняшний день, и я тебе вручаю по окончании диплом. Ты же квалифицированный специалист. Спасибо, Алла, большое спасибо. Я очень рада, что выбрала все-таки ваш курс. Я многому научилась, много для себя подчеркнула, много услышала, узнала, для себя что-то отметила. Где-то что-то можно изменить, где-то что-то можно добавить, приукрасить. Ну, в общем, я считаю, что я не зря пришла и выбрала ваш курс. Сьогодні наш стиліст змінив не тільки образ та стиль, но і життя свого клієнта. А ти хочеш стати стилістом?